Так, всем здорово. Вот, продолжаю снимать выпуски Half Mods. Сегодня у нас мод The Xena Project, первая часть, да? Так, что такое? А, я думал, мод завис. Или вылетел, не знаю. Вот дерьмо. Так, ладно, обошлось пока без этого. У меня сейчас игра свернулась во время действий Фрапса. Естественно, из этого ничего хорошего не получится. Такое The Xena Project. Да, ну сразу понятно, что действие будет в Ксене происходить, да. Так, ничего я по-английски не понимаю, так что читайте сами, ну и переводите тоже, да. Потому что из меня переводчик вообще никакой. You are Gordon Freeman. Твоя миссия — это репортировать что-то, какую-то там тестовую лабораторию, какой-то там Xena Project. В общем, удачной игры нам всем. Я еще чуть текстур не застрял. Здравствуйте, мистер. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, здорово. Здравствуйте, Gordon Freeman. О, секретик. Так, круто. Опа-на. Погнали. Раньше я помню, это был что-то такой мод, я его как-то скачивал, запускал. Вот только я не помню, что там дальше. Что-то не понял. Туда. Да. Ну и... Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть-чуть не сдох. Так, погнали дальше. В принципе, пока все нормал. А, здравствуйте, Гордон Фримен. Б. Так. Ты не видел мою кофейную чашку? Нет. Нет. Знаешь, кто сказал? Нет. Я не знаю. Почему мы все должны носить эти дурацкие галстуки? Перестань задавать один и тот же вопрос. Закрой рот. Не смеши меня. Что за идиоты? Мы ждем тебя, Гордон. В этой камере. Так, нажмите уже на кнопки, я повоевать хочу. А, о. Так, погнали. Сейчас он сдохнет. А! О, я угадал, ребят. Вы представляете, я угадал. Да-да, что такое? О. Звуки как... Не, всегда прикалывают звуки вот этих вот ученых, когда их там стреляют, убивают, не знаю. Они такие звуки издают. Какие-то, не знаю. Бля. Их диалоги — это вообще нечто. Всем привет. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз. Сейчас будет внимание. Ну давай. Что сейчас будет? Что, портал, что ли? Так, а что у нас там дальше-то хоть? Есть что-нибудь там дальше, не знаю. Так, внимание. Пока, в принципе, неплохо. Ой-ой-ой, мать твою. Это как они за такое короткое время такой херотень убили? Патронов не осталось вообще. Ну да ладно, погнали отсюда. Интерес, конечно, к моду пока маленький. Но, тем не менее... Ой. Это что такое? Начало. Начинается. О,
Здравствуйте. Ух ты. Маппинг, конечно, прикольненький. Ой, мать твою, что за хрень. Так, муха-срайка, сранка. Отстать от меня. Да. Чуть куча патронов валяется, и хрен заметишь, потому что тут текстуры такие волшебные. Что такое, а? Еще волшебная текстура просто. Бля, 5 хп. Вот супчик, а. Давай, жри. О, что такое? А, кстати говоря, где у нас монтировка? Ух. Ой. Ёб твою мать. Так, а у меня дробовик должен... Блин, у меня что-то FPS постоянно проседает, я не знаю. Так, знаете, бывают такие моменты, которые ужасно бесят. Так, ну, так, извиняюсь, продолжаю. Мать твою. Что мне надоели тоже, сука, а. Какая жалость, что монтировки нет, патрон, блядь. Одно место охерительнее другого. О, мать твою. Да, мать твою, а. Он, конец, сдохнет или нет? Наконец-то. А! Ну-ка. Прям целое семейство. О, что такое? Хм. Они такие звуки хорошие издают. Да. Все? Капец нам? Или что? А, да, я вспомнил, что это за место, да? Так, а чё потухло-то всё? Этот мир Ксена вообще похож на, я не знаю, куда ты попал в какой-то рай. Вот реально, да? Какой-то параллельный мир, ёп. Там смотрите на это. Ещё охренеть. Там солнце, здесь солнце, там вообще какая-то, блин, не знаю, бесконечное пространство просто. Вообще, твою мать. А! А! Опса, там вроде ничего нет, так что погнали. Сохраняемся и... Бежим, 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 бежим. Спидран. Бумц. Что-то я не понял, откуда они взялись-то, а? Ой, сука. По мне стреляет. Да. Играть, конечно, нелегко. Сука! Что произошло? А, я вспомнил, да. Если взять, раскрыть гранату, а потом ее поменять на чужую пушку, то... Да сука, как я так сделал-то? Ага, все. Смотрите. А, нет. Ну ладно, не получилось. Вот такой вот баг. Так, у нас здесь вроде больше ничего нету, так что пошли. А, какая хорошая штучка. Блин, а почему эти твари бессмертные, а?
Такое ощущение, как будто у них кожа из камня какого-то стоит. Блин. Дерево-мутант. Такой. Прям в задницу тебе. Видите, как быстро сдох? Так. Есть, кстати говоря, еще у этого мода вторая часть. Так, внимание. О, второй я вообще не скачивал. Я, по-моему, первого... Ой. Что такое? Что такое? Мясо. О, да. Так, внимание. Чуть не помню. Это танк еще и движется, что ли? Вот дерьмо. Нашли себе питомца. Так. Ну что мне с этим танком-то делать? Чуть не понял. Да. Привет. Мужик. О, давайте это, как помните, в фильме. Сейчас вспомню. Росомаха. Ха! Сейчас мы этот танк по гайкам разберем. Да. Вот как вот так вот вы мне скажите? Это же вообще бредятина полная, а? Как можно придумать такую хрень, что можно расквасить танк с помощью монтировки? Вот если представьте такую хрень в реальной жизни вообще, как будет выглядеть, это вообще ужас. То есть подходите вы к танку, да, с монтировкой. О, танк бронированный какой-нибудь там, Амбрас, я не знаю, Абрамс, Истри какой-нибудь. Или что-нибудь еще. Подходите так с монтировкой, начинайте я не знаю, этой монтировкой его бить, да, представляете такое? Вот, естественно, он, с ним ничего не происходит. А, нет, вот вы берете, да, потом эту монтировку и отковырите по пластине, да, по железной, да. Ну, типа взяли там, гусеницу отковыряли, потом какую-нибудь там пластину, железку там, да, колесо там отковыряли, а потом вообще всю башню отковыряли, вообще, так, конечно, выглядит, по-моему, прикольно. Я, конечно, понял, что я сейчас полную херню сказал, ну да ладно. О! Такой секретик, который никому не нужен. Так. Нам сюда. Нам сюда. Ой. Так. О, какие хорошие звуки-то, а. О, порнуха. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Что ж за ящик-то такой, а? Прям профессиональ. Так, какая... Мача какая-то. Есть кто? Ни хрена себе, вот это унитаз, блин. Ты когда в такой сядешь, у тебя нахер жопа провалится и, я не знаю, засосет. Вообще ужас, конечно. Супер унитаз 3000. Так, понятно. Пойдем назад. Блин. Сука. Лови, тварь. Так, а теперь это. Бум. Что ж такое? Так, короче, эти ящики опять расколоть нельзя. Вот.
Надо бы потише. О! Так, ну-ка. Какой я молодец. Трейтерс дай! Кто? Трейтерс. Это, по-моему, из гмода взято, да? Если не ошибаюсь. Там такая это. Ну, аддон такой есть, называется трейтера, да? Ну, многие, наверное, знают, что это такое. Упс. Упс. Нам суды. А что тут у нас? Блядь! Фух, чуть не сдох. Так. Вентиляция. Эй! О, это как же тюрьма. Именно с этого начинается вторая часть. О, нет. Блин, такое ощущение, как будто эта кнопка перевернута. Посмотрите, она реально перевернута. Да. Так. Так, я там был. И пиво пил. Что такое? Что-то открыть-то? Нихуя себе! Пипец! Бля, а чё так все тихо-то, а? Что ж, вообще ничего не слышно. Ба-бам. Сука. Блин, мне аптечка нужна. Я сейчас умру. Мухи сожрали железо. О, они по ним стреляют. Они по ним стреляют. Вы представляете, ребята? Ой, бля, меня вообще не... Меня вообще слышит хоть нет? А! Ой, сука! Блин, опять какие-то фризы пошли. Что за дерьмо? Все, все. О, здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Подлечу. Давай, давай. Неужели я буду такой? Ну давай. Отлично. Ты даже не узнаешь, где. Ну открывай, ну не тупи, чувак. Сука, открывай, блин, давай, мужик, ну. Вот да он. Ну и хер с тобой. Пошли. Ой, мать твою. Ну кто-нибудь из вас, ну не тупите. Давай попробуем. В жопу себе его воткни, может, поможет. Блин, мужик, открывай. Ну что. Суки. Подожду прямо. Ну давай, идиот, а ну и пошли вы в жопу так. Ой. Так. Ну и где у нас тут волшебная кнопочка? Неужели я буду такой обузой?
Да ну и пошли вы к черту, а то все равно толку никакого. Ёб твою мать. Что делать-то дальше? Все, гейм овер. Ай, мать твою. А, ладно, давайте на этом закончим. Я не знаю, что делать дальше. В общем, всем пока. Я не знаю, как к чему этот мод относится, да? С одной стороны, хороший, с другой, ну, скучноватый какой-то. Куда идти-то? Да. Ладно, всем пока. И удачи.